улицам нашего города бродят сотни бездомных животных. Они нередко вызывают сострадание у кишиневцев, но вот приютить их возьмется далеко не каждый. А между тем эти животные нуждаются в еде, медикаментах и заботе. Поэтому Организация защиты бездомных животных АОВА при поддержке Молодой гвардии и администрации лицея Милескус-Петару организовала благотворительный концерт в поддержку четвероногих, которые выросли на улице. Организаторы надеются привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Все собранные деньги они планируют потратить на еду и лекарства для собак и кошек. Значит, в рамках этого концерта мы соберем посильную помощь для бездомных животных, в поддержку приюта для бездомных животных, который находится под патронажем организации АОВА. Также этот концерт немного будет обучающих. Мы попытаемся привить молодежи, учащимся ответственность к животным, по отношению к животным, гуманное отношение к ним. Попытаемся с этой сцены сегодня сказать, что это возмутимо, когда животные в Кишиневе просто уничтожаются. Собранные деньги, соответственно, пойдут на приют, на корм животным, на лечение собак. К сожалению, сейчас у нас катастрофическая ситуация. Некоторые собаки заражены одной болезнью опасной, и сейчас эти средства очень нужны для лечения. В подготовке концерта также участвовали лицеисты. Многие из них приготовили танцевальные и музыкальные номера для зрителей. На концерт также пригласили певицу Джулию Санду. И очень рада, что наконец-то кто-то собрался и занимается этим делом, очень прекрасным делом. Организаторы надеются, что соберут достаточно средств, чтобы помочь бездомным животным в приюте. А также они надеются, что после концерта найдутся желающие взять из приюта бездомную собаку и кошку к себе домой. Ведь так важно, чтобы у каждого из этих животных появился свой дом и любящий хозяин.